Подростковый возраст не зря называют трудным. Это действительно тяжелый период и для детей, и для взрослых. Он усугубляется ссорами, непониманием, взаимными претензиями. Но есть семьи, в которых никаких проблем с подростком нет. Послушные, успевающие по всем предметам и внимательные к старшим. Какие тайны эти подростки хранят внутри? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Дела семейные». Здравствуйте. Легкие дети всегда радуют родителей. Пока маленькие, с ними ни забот, ни хлопот, да и в подростковом возрасте. Такой же тихий и спокойный, как раньше. Учится, слушается, разумно себя ведет. С гордостью оповещают знакомых родители. Какие же подводные камни могут подстерегать ребенка и его родителей в этом случае? Ну вот по своему знаю, что, наверное, заболевает тихий, спокойный или еще что-то. Что-то не клеится в школе. А так... как бы тихий, спокойный, редко. Ну, я думаю, что в этом возрасте все-таки дети должны выплескивать какую-то энергию. Если он тихий, спокойный, там не обозначает, что у него нет подводных камней, и наоборот. Стоит ли переживать, если ваш подросток тихий и спокойный? Стоит. Да. В тихом омуте черти водятся. Правильно. Да. Всем известная поговорка. Сегодня у меня в гостях Ольга Шапатина, доцент кафедры психологии и развития Самарского университета, и Сергей Березин, доцент завкафедры социальной психологии Самарского университета. Здравствуйте. 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 Что же происходит с ребенком в подростковый период? Это непростое время, конечно, и для родителей, и для самого ребенка. Одно из основных его содержаний заключается в том, что к подростковому возрасту у ребенка уже накоплен достаточный потенциал для того, чтобы быть относительно самостоятельным от родителей, достаточно независимым от них в играх, в интересах, в выборах своих. И этот потенциал требует своей самореализации. К этому моменту ребенок уже достаточно... обладает достаточным опытом. Но одновременно его статус ребенка все-таки приводит к тому, что к нему продолжают относиться иногда так, как к маленькому. Здесь возникает такое противоречие. Ребенок стремится реализовать свой вот этот потенциал, свою независимость, свою большую возможность какой-то эмансипированной жизни, с одной стороны. А с другой стороны, ведь он еще не взрослый. И с точки зрения родителей, и с точки зрения общества, ну и фактически. И вот это противоречие создает определенную напряженность, на которую реагируют все. Но надо еще иметь в виду, что основная задача подросткового возраста – это все-таки зондировать пространство собственной жизни. Знай край, да не падай. И поэтому иногда подростки ведут себя очень так рискованно, остро. Они как бы пытаются прощупать границы допустимой активности. Можно я добавлю, да, тогда про, наверное, то, что запускает эти процессы, да, не только вот накопление опыта, которое может случиться, наверное, учитывая нашу вот тоже такую динамичную жизнь, да, достаточно рано, но еще и такой объективный совершенно процесс, который невозможно ни ускорить, ни затормозить, ни отменить, это половое созревание. Хоть это, казалось бы, предмет не нашей науки, да, в чистом виде, то есть это физиология, но тем не менее мы знаем, что следствием физиологических процессов являются, например, ну, очевидные эмоциональные состояния, да, если уж не говорить о более сложных каких-то эффектах. И вот, наверное, те самые сложности в общении, про которые мы дальше будем говорить, они создаются не только какими-то рациональными такими, да, противоречиями, противопоставлением там точки зрения, а очень часто просто вот той самой эмоциональной неустойчивостью, которая является следствием полового созревания. И как раз вот на этот возраст, о котором мы говорили, приходится его пик. Угу. Ну, то есть буйство вот в этом возрасте, назовем его так, то есть это нормальное явление для подростка? Конечно, конечно. Некоторые родители говорят, нам волноваться вообще нечего. Он как был тихим в детстве, так сейчас и таким же остался. Вот стоит ли волноваться по этому поводу? Ну, вот я начну с того, что к подростковому возрасту дети уже достаточно хорошо могут маскировать некоторые свои переживания, чувства, мысли и даже свои намерения. И поэтому вот за этой
занавесью такого спокойного, абсолютно лояльного к миру взрослых поведения, когда ребенок беспроблемный, согласный на все, помогает по дому и не создает никаких сложностей ни в школе, ни своим родителям, за этим может скрываться очень такая динамичная, напряженная и очень иногда конфликтная внутренняя жизнь. Поэтому внешнее, поэтому спокойствие – это не всегда спокойствие. Это может быть такой маскировкой очень сильных внутренних переживаний. На самом деле тревожная ситуация, когда не просто нет изменений, да, в поведении. Ну, это, я бы сказала, варианты нормы. И думаю, что мы их еще поподробнее обсудим. А когда подросток, наоборот, как будто меняется в сторону большей внушаемости, послушания, да, какой-то такой вот большего эмоционального контакта с родителями. Вот такая тенденция скорее говорит о том, что ну, по какой-то причине возросла тревога. Да, это может быть со школьными делами связано, да, это может быть с общением со сверстниками связано, это может быть с тревогой. Ну, в семье тоже всякие события могут происходить, да, но причина чаще всего – это тревога. И он прибегает вот к такому, в общем-то, детскому, но уже знакомому для него испытанному способу быть близко к родителю, да, соглашаться, можно сказать, со всем, да, принимать условия, ну, надеясь на то, что эта тревога то таким так образом с ней он справится. А вот просто тихий и спокойный, скажем так, есть норма, есть варианты нормы. Да, вот давайте поподробнее о них поговорим. Да, есть, ну, просто есть, опять же, особенности нервной системы, которые с рождения уже присутствуют в каждом из нас. Да, и младенцы тоже бывают разные. Есть тихие и спокойные, и есть те, которые бульные. Дают родителям возможность вспоминать потом про их детство всю жизнь. И вот те, которые с самого рождения такие активные, и, может быть, очень сенситивные, чувствительные, да, на многое что реагируют, конечно, они в подростковом возрасте дадут вот эту вот амплитуду высокую, да, вот этой нестабильности, возможно, каких-то, ну, какого-то поведения, в том числе и опасного, да, каких-то таких вот высказываний, которые тоже могут родители агрессии. Очень ярких каких-то проявлений в одежде, в поведении, в словах. Да. А, допустим, ну, я думаю, это всем знакомо зрителям, да, такое слово, как флегматик, да? Такой флегматичного склада ребенок, который не доводил своих родителей в детстве, ну, его протестное поведение может выглядеть как, ну, просто вот, там, молчание, да, такое вот сокращение общения. Он вполне может выглядеть спокойным и тихим. И не всегда можно сразу ответить на вопрос, что лучше, да? Такое тихое, совершенно бессловесное протестное поведение, когда ты ему что-то говоришь, а ему как слон, ну, дробина. Да? Он говорит, а мне все равно, а мне ничего не надо. Нормально. И родители могут там на ушах ходить, из штанов выпрыгивать в половецких плясках своих вокруг. Все нормально, говорит он. Либо на другом полюсе это какие-то резкие движения, хлопания дверями. Ну, какие-то, кровавые конфликты, такое тоже бывает. Ольга сказала, что причиной вот неспособности, одной из причин неспособности ребенка выйти на этот, вот в этот подростковый кризис является, например, тревожность. Угу. Да? Что еще может послужить причиной того, что ребенок или замыкается, или не может перешагнуть, и не может войти вот в этот подростковый кризис? Ну, тревога – это результат, конечно, в большей степени тех событий, которые в его жизни происходят. Ну, например, это типичное для подросткового возраста недовольство своей внешностью. Мы можем добавить сюда своим именем, своим полом, своей фигурой, своим лицом. Это сложности в отношениях со сверстниками. Иногда это сложности в отношениях со взрослыми, в каких-то социальных институтах, в школе, например. Неудачи – это очень большие ожидания родителей по отношению к ребенку, когда ребенок тревожится, не соответствует их высоким ожиданиям. Иногда у ребенка самого формируются непомерно высокие ожидания по отношению к себе, и чтобы его самооценка не страдала, иногда такие дети уходят в пассивность. То есть причин роста тревоги может быть много. Но все это результируется вот в повышенной тревожности, в ответ на которую мы можем наблюдать такое подростковое поведение. Может быть, например, какое-то
серьезный конфликт между родителями, который, например, имеет риск закончиться разводом. Да. И подросток, понимая, допустим, что его поведение еще больше вносит какой-то, да, вот заряд в эти конфликтные отношения, да, да, подливает масло в огонь, да, ну, беспокоясь о будущем своей семьи, бывает, что действительно просто ну, не рискует так себя вести провокационно, чтобы уберечь своих родителей от излишних конфликтов. Потому что часто затихает. Они, да, затихает. Потому что они часто ссорятся именно, ну, в том числе из-за него, да, ну, как будто из-за него, то, по крайней мере, поводом являются его какие-то там проблемы. Вот. А может быть, такая вполне ситуация, ну, например, болезнь. Серьезная болезнь кого-то из родителей, да, тоже, в общем, это переводит подростка, можно сказать, автоматически совершенно в другой возраст. Да, если он, например, вынужден о ком-то заботиться, принимать на себя реально взрослые роли, а не просто вот демонстрировать свою взрослость, да, играть, то, ну, тоже вряд ли мы будем наблюдать какой-то яркий подростковый бунт, если он оказался в ситуации, когда ему необходимо взять на себя ответственность там, за, младших братьев, сестер, да, помогать своим родителям. Достаточно часто можно слышать о ком-то из подростков или о ком-то из взрослых людей, когда говорят, он слишком рано повзрослел, да? Он вынужден был помогать, у него, там, он должен был взять на себя чьи-то функции. Вот в этой ситуации мы тоже встречаемся со случаями, когда вот этого яркого и классического такого подросткового кризиса не наблюдается. Но это не значит, что его не было в переживаниях. Да. Вот этот подростковый бунт, если он откладывается на потом, что потом происходит это с человеком? Бывает, во что он выливается? Наверное, тогда, когда ребенок растет в обстановке такого усиленного контроля. Гиперопеки. Да, и он, оценивая свои, наверное, возможности, опять же, протестовать, да, ну, не видит особо шансов на успех. То есть, действительно, гиперопек, гиперконтроль, и, может быть, в том числе, вот мне почему-то кажется, что это и достижения его какие-то, да, серьезные, от которых сложно отказаться. Ну, например, отличник. Не все отличники уходят в двоечники в этом возрасте. И такие случаи часто бывают, когда в рамках, вот, допустим, школьного возраста, да, мы не наблюдаем такого подросткового поведения и протестного поведения, заканчивает человек школу и уезжает в другой город, например, учиться. И вот там, понеслось, начиная с первого курса, да, он попробует все, что он не успел попробовать, но только теперь уже не понарошку, а всерьез и, в общем, серьезными последствиями. Ну, такое действительно бывает, что это его накрывает чуть позже. Родители за ним здесь не наблюдают ежесекундно, но все равно его поведение часто адресовано им. Да, он сам себе как будто бы пытается доказать, что он, ну, свободен, да, от их влияния, что он действительно смог стать взрослым. Ну, не всегда, наверное, там цена адекватна. Удачно. Ну и потом, вот это смещение подросткового кризиса в область более старшего возраста, мне кажется, гораздо более рискованно, чем когда этот кризис происходит тогда, когда он должен, когда он должен быть. По одной простой причине. Подростковый кризис, когда он должен быть, это все-таки одни ресурсы, правда? И ребенок в этот момент понимает, что есть границы его протеста, он все равно зависим. И совсем другое дело, когда детские подростковые модели поведения отыгрываются человеком более старшего возраста с уже гораздо большими ресурсами свободы, возможностей, иногда даже собственными деньгами. И здесь риска гораздо больше. И что могут сделать родители для своего смиренного вот в этот период времени подростка, если они чувствуют, что он вдруг раз вот и замкнулся, и вдруг стал таким послушным, хотя, казалось бы, должно быть наоборот? Мне кажется, вы правильно обратили внимание на изменения. То есть, если он всегда был таким, скорее всего, ничего страшного и не происходит. Да? А если он как раз очень сильно изменился, и не в сторону ожидаемую, да, какую-то, а неожиданную, то раз мы говорим о тревоги, то, наверное, есть смысл подумать о том, что именно в его жизни может вызвать тревогу и создать для него ситуацию, в которой он, ну, может быть, примет поддержку вот в той сфере, которая оказалась для него, ну, непреодолимой, да, и в какие-то такие депрессивные его погрузило состояние. Не всегда это, наверное, легко, но это, наверное, будет универсальный все-таки способ, да, попытаться все-таки этот контакт
установить, да, позаботиться о нем, да, сделать безопасным, вести себя так, чтобы подростку действительно было возможным поделиться этой своей тревогой. Да, это самая главная задача – сохранить хороший устойчивый контакт с ребенком. Он должен понимать, что есть какие-то вещи в его поведении и поступках, которые взрослыми не одобряются и, допустим, не приветствуются. Но самое главное, он должен чувствовать, что он, как человек, не отвергается. И сохраняя отношения с ним, мы тем самым сохраняем возможности для участия взрослого, спокойного, участия в его жизни, когда мы можем давать ему поддержку в этот непростой период. И в заключение, наверное, когда родителям нужно начать готовиться к этому переходному возрасту, с какого времени и к чему им надо быть готовым? Ну, вообще, на самом деле, сложные моменты, они могут случиться в любом возрасте. Я думаю, что не стоит ждать, что подростковый возраст обрушит просто какое-то огромное количество на них нерешаемых проблем. На самом деле, во многом все, что они делают хорошо и правильно. Я всегда на стороне родителей. Родители, которые знакомы со мной, знают это. И подростковый возраст не обязательно станет таким. Он будет, конечно, там, необычным, ярким, запоминающимся, каким-то интересным, но не обязательно станет проблемным. Поэтому я бы сказала наоборот. Не надо поддаваться стереотипным, да, каким-то таким представлениям и караулить, присматриваться к своему ребенку и ждать, и трактовать его обычные какие-то, да, такие вот житейские ситуации как признак надвигающегося кошмара подросткового. Я бы предложил ко всему, что происходит с детьми, относиться как к приглашению к совместному творчеству. Просто смотреть на это с любопытством и удивлением. И если что-то новое происходит, искать какие-то новые способы реагирования на это новое. Благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Дела семейные». Записи вы сможете посмотреть на нашем сайте tk.ru. Ну и с вами прощаюсь ровно неделю. Всего вам доброго.